Как получают помощь люди, пострадавшие от насилия в семье, проверила заместитель губернатора Тамара Лукьянчук. Сегодня в областном медико-психологическом центре 52 человека. От проблемного прошлого пациентов отвлекают арт-терапии. Они рисуют, создают поделки из глины. Также на территории учреждения есть православный храм. Здесь реабилитация пострадавших занимаются священнослужители. По словам работников центра, среди их пациентов больше всего жители Артемовска, Шахтерска, Харциска. На сьогодні все більше чоловіків потрапляє під насильство в сім'ї, тобто різні категорії людей. І це на сьогодні, на жаль, є досить розповсюдженим. Статистика показує, що все більше звернень іде від сімей, там, де такі вияви, прояви насильства є.